Доброе утро. Мамулик сейчас уезжает. А, открыта машина, да. И я сейчас ее повезу. Ты знаешь, я там на электричку. Почему? А я объясню, здесь нет. Неудобно? Да. А, ладно. Я сейчас машину все открою. Не надо. Все, пошла, мамусик. Кто тут как стучит? Паровоз. Товарняк собирают, что ли? Точно. Теперь папа у нас что-то весь расклеился. А, сегодня всю ночь, говорит, болело ухо у него. Проснулся, ухо болит. Сходил на рыбалку, ухо болит. Вот. Ну, в общем, сейчас вроде как немного отошел, но правда после таблетки Панталгина. Ну, не знаю, еще посмотрим. Начал капаться, начал... Сейчас хочу давать ему синопред. Вот. Изофру, может быть. Ну, как бы говорит, что не стреляет. Да. Что? Давай яблоки посмотрим. Яблоки в августе, Маша. Яблоки так еще не скоро. Ты чего? Вон, смотри, какая клубничка лежит. Но ее все равно помыть надо. Пошла. Да. Белую смородинку кушай. Закончил хворить. Отлично. Тебя напрягли, да? Стаканчиком? Видишь, занят. Ты не сун? Держу. На ноги себе, Маша, аккуратно. На ноги, говорю, аккуратно. Нормально держится? Значит, нормально. Вообще, да, ты так его поставил. Это еще клубничек интересно. Ищи. Вон, по-моему, еще. И яблоки. Мась, ты так ищешь? Я просто обалдеваю над тобой. Смотри. Вот клубника. Она, правда, слегка тухлая, но ее все равно надо сорвать. Чтобы она не... я видела, остальные я тут не попортила. Да. Фу. За ягодой не уследила, мам. Да? Стухла одна. Срывай, ее все равно надо сорвать. Нет, она совсем уже стухла. И тем не менее, ее надо сорвать вот. И вот и брось. И все, да. Если видишь тухлые ягоды, не жди, сорви их и выбрось. Эти еще, как бы, я думаю, можно есть, но они уже подтухивают. Подтухивают? Ну зачем они тебе подтухшие? Уже мягкие. Ну сорви и выбрось. Я просто сказала. Все правильно. Еще одна. Во, молодец. А Женя сейчас вон за тобой подбирать будет эти ягоды. Угу. Иди землянички собери, смородинки. Погоди, у меня рук нету. Рук нет? Ты мыть пошла, что ли? Да. Давай, подержу. Вон, смотри, как дедушка вешает кран. Да. За ручку, видишь? Ой, да. Вкусная, наверное. Наверное. Фу, папа, так пахнет в парнике, что кошмар. Ой. Жуть. Мама. Угу. А тебе, кстати, сейчас здесь постоять-то самое то про антисептик с этим йодом, йодовыми парами. Ты не хочешь куда-нибудь съездить? А куда? Что-нибудь посмотреть? А куда? На страусов можно глянуть, съездить. Можно к быкам съездить. Ой, не к быкам, к зубрам. Ну, давай. О, у нас тоже кабачки растут, оказывается. Только сегодня воскресенье. Я не знаю, сегодня они работают или нет. Сегодня воскресенье, а выходной. Ну, не у всех. Сегодня тепло прям. Мама, ау. Белая смородина уже переспевает, потому что она уже краснеет. Ну да, срывай скорее, да лопай. Она вкусная, она слаще, чем красная. Красная кислая. Угу, я и говорю, белая слаще, чем красная. Сделала сегодня Маша прическу, первый раз она мне далась, что-то ребенку все, надоели прически всякие. Такая косичка обратная и хвост. Маша любит хвост, поэтому у нас с ней компромисс. Я люблю вот такие ажурные косички. Смотри, ну уже тухнет. Ну я вижу, что тухнет. Ну так ты срывай да кушай, она уже отходит. Ну, так срывай и ешь, а то скоро она отойдет, ты так и не успеешь смородинку попробовать. Смородину уже много, под клубничку посмотрю. И земляничку. Ничего не боится. Мама! Что? Тревога! Черная смородина поспела? Да, внизу несколько ягодок. Рви.
Но сегодня намного теплее, сегодня градусов по ощущениям 25-26. Купаться, конечно, еще нельзя, потому что за все это время бассейн остыл. Но ничего, ничего, нагреется опять. Сколько, кстати, интересно, градусов сейчас? Посмотрим. 18 градусов, это маловато, это холодно. Мама, а этот сорт уже пропадает. Кто? Этот сорт малины уже пропадает. Ну, конечно, его надо каждый день собирать, она каждый день зреет. Но есть еще чуть-чуть сахара. Кушай. Что, полный стакан набрала? Ну, не полный, но больше половины. Угу. Ну, теперь можно кушать. Угу. Давай, лопай. Приятного аппетита. Спасибо, я сейчас только жвачки там хочу. Маш! А Маш, тут желтая. Я знаю, я одну собрала. Обалдеть, смотрите. Все мокрое, буквально за минуту встало. Девчонки гулять пошли и прибегают с огромными глазами. Вот эта маленькая тучка, вокруг вообще, вот вокруг ничего нет. Вот эта маленькая черная тучка, как грохнет ни с того ни с сего. Вон она, все, ее нет. Как грохнет, как полила и ушла. Все, минуты не прошло. Жуть, такие капли были. Она аж прям даже, пока поливала, прям граница была видна, как идет дождь, где он идет, а где он не идет. Вообще, и сразу после нее солнце вышло. Ужас, я еще ни разу не видела, чтобы такая маленькая тучка прям вот громом шарахало так, что у нас аж стекла затряслись. Такие обычно проходят просто с дождем, а это прям как бахнет. Жуть. Евгенич теперь в шоке. До самой ночи будет. Уже не стресс. Она тут так забегала. Ты пока в ванной был, она аж встала на задние лапы и к тебе скреблась туда. Женя! Папа занял самое надежное место в этом доме. Стратегическое, да? Ну, пупсик. Ну, дождь кончился, Женя. Все, Женя, трясется вся, как осиновый лист. Все, не переживай уже. Все. Никто больше не громыхает. Все, пупсик. Все, не переживай. Машка уже гулять уходит. Мам, что? Вот у меня такой вопрос к магазину. Какой? Если вещь стоит на лавке прям крутая, то что она дорого-то стоит? Себе хотят оставить. Почему? Если она крутая, за нее хотят. Ее хотят не себе оставить, за нее хотят больше денег выручить. Просто коробочка такая классная, а она стоит 135. Ну, потому что она классная. А у тебя, кстати, ты рот не мыла, он у тебя рыжий. Он у тебя в чем? Ты что ел-то? Витаминку, что ли? Нашла что-нибудь? Да, много. Много? Ну ты давно не собирала. Ну уже. Покажи. Угу. А вкусная? Но здесь она не очень сладкая. Здесь она сладкая. Там слаще. У сарая. Но это тоже надо собрать. Да. А то стухнет и все. А что ты собираешь стакан? Собирала бы себе в рот. Ну просто мне нравится стаканчик. Ну собираем стаканчик. Жуки поедают. Здорово, Женя. Тебя встречают. Да, Евгеньич? Встретила? Молодец. Ну что, ты пришел, я пошла? Ух ты, сколько картошки. Семья большая. Семья большая. Понятно. Евгеньич один чувствует. Да, ее кормить надо. Она вам, собственно говоря, за ней уже и полезла. Так, ну что, отпускаешь меня? Я иду. Давай. Пока солнышко, пока тепло. Давай. Ты, кстати, Машку не видел там? Нет. Вообще? Не видел. Интересно, где она? Может, она у Сони? Надо будет сейчас ей позвонить. Сижу, находилась сейчас. Ходила, наверное, часа полтора. Офигенно. Все мышцы ноют. Ноги трясутся. Отдышка. Шучу, отдышки нет. У папы сегодня удочка сломалась на рыбалке. Он ее, правда, уже починил. Она треснула. Какое-то колено у нее сломалось. Короче, она теперь у нас осталась без двух колен. Потому что до этого эта удочка уже сломалась у Динки. Вот. Но там сломался буквально самый кончик.
Вот, папе, в принципе, для рыбалки на карасиков это не очень было важно. Вот. А сегодня на рыбалке у него сломался следующий кончик, то есть второе колено. Вот. Ну, в общем, он его сегодня как-то замотал, я так поняла. Вот. Но с утра прям было расстройство, что делать, куда бежать и где брать еще одну удочку на смену этой. Вроде пока так останется. Маша продолжает разминаться каждый вечер. Я это в удовольствие делала. Ну, это да. Вот, как-то так. Так, коленочки, носочки колен. Тянем. Пока как-то так. Молодец, умница. Сейчас, теперь в кровати. Я могла, конечно, побольше шпагат сделать, но не могу. Потому что у меня кости коленок упираются в кровати, дальше не могу. Нет, у тебя все ровно, Маша, ты молодец. У тебя все ровно, умница. И места там осталось несколько. Носочки тяни сильнее. Ну, умница, вот. Ага. Ну-ка, продольный, садишься? Да. Сначала на правую, потом на левую. Угу, давай. Опять. Обратно я потом сделаю. Угу. Оп. Так. Так, сейчас сядешь и замри. Угу. Вот. Носочки. Отлично, молодец. Вот. Молодец. А теперь на другую ножку. На левую. Да. Это была правая. Угу. Оп! Напугала. Поменяли ножки. Так. Ну, на левую я знаю, что у меня хуже получается. Ничего. У меня хуже на левую получается, по моему мнению. Нет, ну у тебя хорошо на левую получается. Лучше, чем на правую или одинаково? Да нет, одинаково, мне кажется. Блин, только у меня... Носок не можешь тянуть? Да могу. Ну-ка. Вот, я уже даже села, похоже. Да, ты села. Только равновесие держать не могу. Угу. Ничего. Умничка, молодец. Мам, показать сейчас на груди мостик? Не надо. Хватит. Все, на сегодня хватит. Сейчас ты будешь спать ложиться, поняла?